Уточняющих вопросов. Скажите, это правда, что вы помните момент своего рождения? Хороший вопрос для начала. Но мне кажется, что я помню миг своего рождения, что вдруг обрушился вот этот мир на тебя, какой-то новый для тебя, и непонятно, и все кружилось, все вокруг. Надо же. Хорошо. Скажите, это правда, что первый бокал шампанского вы выпили в 14 лет и соблазнителем выступал Владимир Высоцкий? Правильно, но я себя тогда почувствовал очень взрослым человеком. Мы с Володей попробовались на Иваново детство. Проба, как вы знаете, унижение для актера любого, потому что мы не знали, возьмет нас Тарковский или нет. Высоцкого он так и не взял.